Жителей Жамбылского района тревожит рост количества скотокрадства. Кроме того, увеличились и преступления, совершаемые в общественных местах. Об этом стало известно на заседании Общественного совета по профилактике преступлений в данном районе. Стражи порядка не могут выправить ситуацию со скотокрадством. В прошлом году в Жамбылском районе не было зарегистрировано ни одного факта кражи скота. А вот за 6 месяцев текущего уже зафиксировано 45 случаев скотокрадства. Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть лишь 13 из них. В этом члены общественного совета углядели непрофессионализм следователей. Инспектор участковый беседовал. Инспектор должен отлично знать свой участок. Никто не крадет из других районов. Это все местные. Все эти проделанные работы, которые вы говорите, это все формализм. Это слабая исполнительская дисциплина. Неутешительные показатели по другим видам преступлений. Если в 2016 году в районе количество преступлений, совершенных в общественных местах, составляло 28, то в этом году эта цифра достигла 47. Стоит отметить, это показатель только за последние 6 месяцев. Однако сотрудники местной полицейской службы утверждают, что факты правонарушений снизились на 24%, но резко увеличилась преступность среди молодежи. В ходе рейда заброшенных объектов и так далее были выявлены 4 факта хулиганства и мелких нарушений несовершеннолетними. В прошлом году был зарегистрирован только один факт, а за прогулки несовершеннолетних в ночное время суток понесли наказание родители. Всего было зарегистрировано 86 фактов. Кроме того, за 6 месяцев в районе произошло 36 случаев ДТП, погибло 2 человека. В прошлом году жизни лишили 7 человек. По словам руководства района, эти проблемы возникают из-за нехватки участковых инспекторов полиции. В районе с населением 80 тысяч человек работает всего 26 инспекторов. Куляш Умурзакова, Мадиар Серик, Адильбек Самаликов, 77 News.